Сургутская программа соцподдержки бюджетников в строительстве и приобретении жилья будет продлена до 2030 года. В этом году проект, который фактически работает с 1995, должен был завершиться. Финальная сумма средств на выплаты 30 миллионов рублей. Сейчас в очереди на субсидии стоят более 2000 человек. 1/3 из них работники бюджетной сферы, которые имеют кредиты на жилье. Если программу решат продлить, то ее будет необходимо планомерно финансировать. Этот вопрос обсудят на заседании городской думы в этот четверг. Ежегодно у нас порядка 20-37, в зависимости от объема финансирования, решают свою проблему, снижая бремя ипотечных кредитов для бюджетников и, соответственно, решая их жилищную проблему.